ты сейчас умрешь. Ё-моё! Это прям с поцелуй смерти. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем в FNAF 2 кооп. Шестая ночь, это последняя, сложнейшая ночь. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Мы начинаем прохождение и выживание. Погнали. А то что, голода? Так, ну что, пацаны, нам предстоит очень сложная и нереально страшная ночь, потому что сегодня придется нам очень попотеть. И то, что мы пройдем с первого раза, 1 к 10. То есть 10% из 100, будем так говорить. Поставьте много лайков. О, Голден Фредди ожил. Да? Да. Да. Я видел, как он пролетел налево. Да-да-да, он, кстати, летает. Так, блин, вы что, сговорились, что ли? Одинаково думаем? Ребята, обязательно сейчас, кто смотрит ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Каждый лайк добавляет плюс один к прохождению. Или к удаче, потому что здесь еще и удача играет большую роль. Правильно? Он там, слева. Вот он сидит. Где он, где он? Он в вентиляции. Да, он так, еще убивает. Пацаны, надо в одном месте нам сидеть лучше не надо. Давайте рассосемся по карте. Блин, то пацаны ходят, я уже боюсь, что это этот, аниматроники. Так само. Кстати, йод очень оптимизирован вообще, да, не подлагивает? Да, вообще. Вот он, Голден, он в коридоре стоит. Да-да-да, я вижу. Интересно, я Мангл когда живет? Я так возле нее прохожу, на самом деле очень сильно боюсь этого. Фокси. С фонариком помните, да, как светить? Все помните? Так, ребятушки. Кто-то на shift бегает, да, я так понимаю? Нет, я вообще не бегаю. Нет, это Фокси загрузил. Пацаны, у меня жопа. С одной стороны Фокси, с другой стороны Мангл. Прощайте. Обратно. А, мама, прощайте. Блин, это реально прикольно получилось. Ну я сам себя загнал в тупик. Реально, это было сложно. Ну никак там не прожить, никак. Кто видит ролик, тот меня поймет. Никак. Так, давайте будем наблюдать за другими подписчиками. Так, я не один, да, умер, я вижу. Уже много кто поумирал. Так. А, на корточках лазит. Подлагивает, да, я вижу, пацаны? Да, да, да. А подай, знаете почему? Потому что они все ожили. Это, наверное, как-то влияет. Это еще комп грузит, скорее всего. Так, так, осторожно. Второй компьютер грузит, который подключился. Вы на короче, шестой ночи не агритесь на Фокси, быстрее его ослепляйте, потому что остальные аниматроники, как я понял, уже бегают за тобой. Да-да-да-да-да. Фокси видит тебя. Так, ну что, час ночи, мы всего час прожили. Это сложно. А, у нас трое игроков, да есть шанс протащить. А, что случилось? Ой, ой. Кстати, игра не оптимизирована, сразу говорим, что это лаги не у нас, а сама игра так идет. Почему он бегает? А почему он бегает? Еще умер кто-то. Один живой только кто-то. Ну один остался. Да. Это трэш просто, пацаны, вы чего? Мужики, не надо, пожалуйста. Уёка, это ты остался? Да. Уёка, давай, на тебя вся надежда, ты сможешь, мы в тебя верим. Не надо. Ребятушки, очень сложно. Ты слышишь? Телепиздрик как тебе лезет. Ой, там кто-то. Блин, мне кажется, мы шестую ночь не сможем пройти. Ну, очень сложно. Патроники страшно. Странно будет. Ну, четвером тяжелее, конечно, проходить. Очень. Не сразу все. А может, оно и не так сложно, просто реально здоровенный левел очень высокий у аниматроников. Они просто какие-то Куёка психи. Куёка проживет, если будет шкатулка. Не, Куёка может и не прожить. На шкатулке даже, когда надо будет ее завести. Че, на корточках они реально не замечают? Может, реально на корточках надо было нам ходить? А не стоя. Когда стоя, может, и Фредди тогда быстро бегает. Может такое быть? Нет, когда ты бегаешь, они разгоняют. А че Фредди бегал, как псих какой-то? Свети фонариком в лицо. Да не так, не так. Прям прицелом, где прицел? Прицелом.
А так я и свечу так. Да не так ты светишь, прям на модельку надо, не на голову. Да где я на модельку? О, видишь, ты по... модельку. Все, понял. Уёка, тебе еще учиться и учиться, и немножечко да лечиться. Да я давно не играл, вы шо? Ну все, так слышь, давно не играл, и заметил, что новичкам в основном везет. Дима, аниматроники разгоняются, когда ты бегаешь. Если просто идти спокойным шагом, они не будут разгоняться. А я и не бегал, я спокойно ходил. Ой-ой-ой, заметил, что он черный, он негр. Ну если ты доживешь до 3 часов ночи, это уже будет какой-то рекорд такой небольшой. Ой, кто-то топает. Это, надо светить прям, как будто у тебя прицел. Вот так надо светить. Да, прям, чтобы точка на них была. А, сзади, сзади, сзади. Ну-ка, слышишь, что ли? Голден Фредди сел там на жопку свою. Да он устал, ты чё? Они чисто на меня бегут. Да, со всех сторон, поэтому надо постоянно перемещаться по этой карте. По-другому не затащить бегай. Не получится. Ты не бегай. Здорово. Это я, кстати, валялся. А, это ты валялся? Да, меня Мангл и Фокси зажали. Ну, то у меня вообще без вариантов. Я сразу тупо проиграл, очень тупо. Там, ну, выжить 0%. Шкатулочку чик-чик-чик-чик-чик. Сталика так зарядил немножко, я вообще все в шоке. Все, Куёка, ты молодец. Видишь, ты по кругу карты прошел, да? То есть надо как-то их водить, наверное, так по кругу ходить. Я так понимаю, или как это нам пройти? Наверное. Скорее всего. 30 секунд осталось. На прямую видимость не стой, потому что они к тебе будут идти. Они всегда знают, где ты, если ты будешь, да. За углом круглого дома надо прятаться. Давай, Куёка. Я в тебе верю, ты не сможешь. Мысли, обидно. Да ладно, сможешь, сможешь, ты молодец. Ты что было? Идет, 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 идет. Правильно, передвигайся, уже на месте не стой теперь. Ой. Ты можешь быстрее так проходить. Дай сразу за угол заходи. Не так. Вот так и свети, так и свети. Вот так он, когда дергается, как придурок, это все правильно. Он был багнутый, он тут багнулся, слышишь? Не-не-не-не-не. Ты думаешь? Да, он потому что даже на него не агрился. Ой, там Мангл упала. Головой пол ударилась. Видите, когда один игрок, легче стало почему-то. Нет, не обагнулся. Тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Уходим. Это просто трэш. Ты чё, Куёка, такой этот? Я испугался, что ты не попадёшься с прицелом. Надо было туда идти, где труп мой лежит. Быстрее туда, да-да! Хорош! Напоминает, как пингвинус проходил, да? Да. Тихо-тихо-тихо-тихо, блин, этот... Что делать? Через солд аниматроников идти комнату. Вот тут налево, дай по вентиляции иди. Да, я слепляю их одновременно. Ослепляй сейчас. Ну все. Ослепляй и уходи к ним. Все. Фонарик садится, ты не забывай. Пролагала. Подлагивает. Так, waiting for 2. Ну мы же играем через радмины, из-за этого, наверное, все-таки какие-то есть провисания. Ой-ой-ой, прискакал придурейшн. Что с Фокси происходит? Не там вентиляция, вот иди к ним. Блин, если у него фонарик садит, представьте, трэш какой будет. Можешь покакать, пока идешь, потому что мне захотелось уже. Йока будет потом в догонялке с аниматором. Да смотри, как он быстрый, да? Он чуть-чуть бы и догнал уже. Привет, ребятки. Йока, ты молодец. Йока, давай, если ты пройдешь, я тебе тоже все роли дам. Кроме модератора и админа. Так у меня и так все. Я тогда заберу их у тебя и выдам. Нет. Мажора нету. Ой-ой-ой. Фокси какой-то вообще, да, неадекватный? Ага. Да иди ты в жопу, господи. Смотри, что подлагало. Блин, ребята, это очень страшно. Обязательно прямо сейчас лайкосик и плюсик в чате. Или нам нравится, и мы сразу идем записывать FNAF 3. Спиной не иди, спиной не иди. Ё-моё! Ай, блин, вот так я и проиграл, вот так я и проиграл. Блин, это было прикольно. 52. Молодец. Ребята, попытка номер 2. Мы надеемся на то, что всё-таки сейчас мы затащим. Печально, конечно, что я так тупо проиграл, но в этот раз я буду играть лучше. Хоть бери вентиляцию, да, не заходи.
Блин, зачем я в коридор побежал? Тут Олд Фредди этот, золотой. А, так я вот пока меч буду стоять на своем рабочем месте. Сразу умер кто-то. Вы что, издеваете? Кто это умер? Я. Да, неожиданно, конечно. Конечно, я знал, что умрешь первый. Олд Фредди телепортировался, меня убил. Он ТП-хается здесь? Да. Я не знал этого. Резко появился, я умер. Так, ребятушки, мы должны пройти по Любасу. Мы когда, сколько раз мы пробовали? Четвертую ночь мы пробовали пройти. Четыре раза, с пятого раза прошли. Шестую ночь, значит, с шестого раза. Ну, все сходится. А может быть такое, что мы вообще не пройдем никогда? Не знаю. Ну, честно, что стоишь, еще проснулись? Все стоим. Камер нету, ничего нету. Камеры вот реально не хватает. Было бы прикольно, если бы через камеры можно было посмотреть. Дим, вот знаешь, хочется взять физган и засунуть или зафриндизить этих аниматроников. Не, так никогда не будет неинтересно. Мы можем потом, кстати, Гаррис Мод записать. Там, где поставить шестую ночь и максимальный левел аниматроника. Вот это будет вообще жесть. Я помню еще. Все жили аниматроники. А жили уже все, да? Вон Фокси. Уходи. Уходи, подлец. Я вентиляцию теперь боюсь, что огня. Еще кто-то умер, да? Это... Манго уйдет, куда вы идете в вентиляцию? За кем, интересно, я сейчас наблюдаю? Так пугается вентиляции по сторонам своим. Это ты. Ну в смысле, я умер уже. Это твой призрак. Я возле олд аниматроников стою. Они еще не ожили, кстати. Все валяются, ну, отдыхают. Фокси уже того встал бегать. Так, ты я давай не упирайся об меня, потому что это очень страшно. Не хватает, да, такой функции, чтобы через друг друга проходить? Да. Страшно. О, бежит. Это Фокси, да, так делает? Да. Ой, у нас тут олд боди. На шиф зря ты бегаешь. Нельзя бегать. Дима! Да нормально все, не сы, я так 100 раз сделал. И был летальный исход, да? Это точно. А, Дима, ты один. Я один, да? Да. Придурок, что ли? А буду за шоколадкой бегать в магазин. Я люблю шоколадки. Ребята, тишина в студии. Это жесть, они со всех сторон меня окружили. Такая тишина, все внимательно слушают. Вон я рядом. Чика. Чика, вентиляция. Слева, слева, Дима. Быстрее слепляй всех. Мальчик. Тише, сюда. Мальчик вроде не ослепляется, он просто базарит идея. Да, ну, все бегут прям шифтом. На тебя. Фокси сейчас бежит. Максим! Где ты? Какой-то отсталый. О, убежал. Все хорошо, я молчу, потому что сильно переживаю. Вся надежда на меня одного. А мы тут веселимся. А где Манго? Не знаю, она уже потолки белит. Ой-ой-ой-ой-ой! Хорош! Бонька! Вы поняли тактику? Надо ходить по кругу карты. Да-да-да. Манго! Ходи! Все хорошо, все хорошо, все хорошо.
Я переживаю, но даже очень сильно очкую. У меня ж камера дергается, вижу. Это у тебя картинка, то у тебя картинка дрожит. На самом деле, ладно, ладно, ты угадал, я очкую. Блин, Дима, ты сейчас умрешь. Ё-моё! Это прям с поцелуй смерти было. Блин, это было сложно. Вы испугались, если честно, скажите? Да, я испугался. Это теперь мне будет сниться всю ночь, блин. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, чтобы войти в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики. Еще.